Всем здорово, с вами Олег, розыгрыш ручки под названием The Gauss Pinging Pen V11. 11-я версия вот такая, кто в курсе, я разыгрывал в нашем сообществе ВКонтакте, в KZPSK. Кстати, кто смотрит это на Ютубе и не знает о нашем сообществе, подписывайтесь. Сейчас 600 человек, я, кстати, делал условие, чтобы было 700, но что-то я думаю, зачем ждать, давайте сейчас сразу разыграем. Недавно... Вот у этого сообщества уже 604 человека. Вот, и я думаю, давайте, пофиг, разыгрываем. Теперь идем в поделившиеся. А нет, стоп. Стоп. Нам нужна просто ссылочка. Да, вот эта ссылочка. Ссылочка на этот пост. Я здесь нашел одно очень интересное приложение ВКонтакте. Оно делает за нас определение победителя. Выбираем. Называется Random App. Можете поюзать. Кто администратор группы какой-нибудь, если у кого есть, можете поюзать. Вот, короче, поделившись с друзьями, нажимаем пост. Далее. Так, 42 участника, да, поделились этим постом. Вроде все нормальные, не роботы. Короче... Идем и нажимаем «Выбрать победителя». Так, победитель Александр Тупицын. Или Тупицын, извиняюсь, если неправильно назвал фамилию. Короче, Александр, поздравляю. Жму руку. И так далее. Так, у него личка закрыта. Это плохо. Что же вы, ребята, такие закрытые? Ну, давайте проверим, кстати. Да, он поделился нашей записью. Так, а если он у нас в группе? Так, search. Так, что-то нету. Странно. Так, я, может, не сюда зашел. Not worthy pages. Так. Так, Александр, давайте еще раз проверим на всякий случай, потому что ручку отдавать тем, кто не выполняет условия розыгрыша, неинтересно. Сейчас посмотрим по участникам группы. Александр. Александр. Так, 17 человек в этой группе. Александр Тупицын. Я не вижу. Александр Ковалев, Бурков. Александр Артемьев, Александр Кузнецов. Так, я не вижу, ребят. Давайте еще раз посмотрим на кириллице. Может быть, так. Вот он, все отлично. Александр Тупицын здесь, в этой группе. Все, поздравляю вас, Александр. Так, напишем, что выиграли. Так. Жигао. Кстати, ребят, кто не подписан на мой канал в Ютубе, подписывайтесь обязательно. Потому что у меня скоро будет уже 1000 подписчиков, и я сделаю очередной розыгрыш, почему бы нет, потому что 1000 человек это очень такое, ну, знаменательное событие для меня, все-таки кругленькая цифра. Вот, что-нибудь тоже разыграем, типа вот этого мода, или что-нибудь даже получше, или подороже, там, я не знаю. Посмотрим, в общем, подписывайтесь, с вами был Олег, ставьте лайки, расскажите другу,
Вступайте в сообщество ВКонтакте, все ссылочки в описании. Спасибо, пока.